Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новую серию ПМТА. Играем, как всегда, на CCDIC Planet сервер номер 2, и это шоу Интуиция. Это то самое шоу, в котором Йоу-Ге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 у
различные задания, о которых я не знаю. И прямо сейчас задача была добраться сюда, выйти из машины, начать серию, и меня только что телепортнули в другой мир. И еще, друзья, от Ярика, ну, то бишь, Йоу-Йоу-Йоу-Нота, было сообщение, то, что это будет ли чуть ли не самая лучшая серия. Поэтому, друзья, опять же, я прошу даже вас поддержать не меня, не серию, а то... Там БТР едет этот. А то, что устраивает Йоу-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 Йоу
Бля, ну это же охуенно. Как он это все придумывает, пиздец. Здорово. Здорово. Иди подмойся, Ваня. Бля, это... Как он это вообще додумывается до этого? Ребят, ну реально, респект Ярику за такую организацию каждый раз. Значит, давай по делу сразу. Бля, мне страшно. Сегодня важная операция. Внимательно слушаю. Внимательно слушаю. То есть, ребята, вы понимаете, да, то, что как бы каждый раз какой-то пиздец, учитывая, что сейчас мы находимся в другом мире, значит, ожидать можно все, что угодно. Тем более, когда он сказал, что это будет чуть ли не самая лучшая серия, я, блядь, теперь боюсь вообще. Большие дядьки дали для себя работу. Понял? Нормально сформулировано. Так, внимательно, внимательно слушаю. Сказали, что так, по мелочи. Бля, судя по всему, я на этой херотене должен буду куда-то ехать, но это не точно. Есть два задания, короче. Еще в конце, друзья, по традиции, я еще должен какой-то подарок получить за все это. Если выполню, опять же. Если выполнишь, дадут какое-то другое. Понял? Как всегда, запутано все. Что-то важное. Готов? Всегда готов. Всегда готов. Так, пацаны, все. Сейчас надо собраться, потому что это похлеще, чем расследовать дела в L.A. Noire. Но есть проблема, но я с ними не знаком, как бы. Так, сейчас какой-то пиздец будет, да? Я уже смотрю сразу. Сказали, что тут где-то транспорт стоит. Для того, чтобы доехать. Понял? Надо искать, да? И это не это. Понял. Так, а где-то транспорт стоит, да? Блять, ну, судя по всему... Так, ну, квест, понятно, что начался... Бля, было прикольно, если бы я сразу прибежал в нужное место. Деревня это не маленькая. Да? Ну и небольшая. Не слишком большая, не слишком маленькая. Пацаны, надо искать. Не, ну судя по тому, что он приехал вообще оттуда, вполне вероятно, блядь. Ну на самом деле, уже какой-то гаражик стоит. На карте ничего не отмечено. Так, блядь, сейчас я найду. Я должен сегодня выложиться на всю, потому что обычно я лажаю по полной программе, пацаны. И это не очень хорошо. Но деревенька-то маленькая, поэтому сейчас мы это самое... Сейчас мы быстренько разрулим вопросики. Так, здесь ничего нет, смотрите-ка, может быть... Попахивает обманом! Я что-то не понял. В самых маленьких... Чё, в самых маленький, что ли, что-то так... Чего? Что, блядь? Чё с вами? Чё, как... Кука-кика-кака... Кука-кика... Блядь, я так надеюсь сейчас на... Я сейчас наткнусь на какой-то пиздец, да? Это вряд ли будет обычный автомобиль, друзья. То есть вы понимаете, учитывая, что это Ярик, учитывая, что это интуиция, учитывая, что это Я нихуя не понял, это была подсказка или что, но я не могу нихуя найти. Мне это уже нравится. У самого маленького дома сказали, что тут где-то. Блять, знать бы еще, где самый маленький дом. Так, самый маленький дом. Я вообще не вижу, где он на карте. Где он находится. Это не маленький дом. Это тоже не маленькие дома. Значит, сразу проходим. Бля, он еще умеет так подсказки давать, реально, чтобы было... Так, вот там какая-то хуетень стоит. Неужели я пробежал? Вот это будет вообще ржачно. Самый маленький дом. Бля, потерял... А, вот, понял. Все, нашел. Бля, около самого маленького домика. Так. Подожди. А что, нормально, да, все? А, он этот, он летал, искал меня, походу. Самый... Опа! Ебать! Вот этот поворот! Что? Так, подождите, по-моему, эта хуйня заряжена. Я жучок, ты где? Я уходил. Он ищет меня. Так, что-то походу какая-то заряженная телега-то. Ты телега, ты вот это что ли? Да, такой себе аппаратик.
Так, подождите, ребят, я еще не газовал вперед, но судя по тому, как расположены колеса, видимо, это какой-то пиздец. Посмотрите, как это выглядит, да? То есть это уже охуенно смотрится, по-моему. Просто, блядь. Слушайте, ну что-то здесь есть, как будто. Так. Я думал, они побогаче, значит, смотри. Так. Бля, я сразу проверяю, что в этой машине может быть не так, в этом гольф-карте. Так, блядь, у него полный привод. Нет, да, полный привод. А где звуки? Никуда пропали. Нормально вообще? Есть описание места, а есть фоточка, так сказать. Опа, пошли подсказки сейчас, да? Что выбираешь первым? А, описание. Рост футов 6. Член еще больше. Так, ладно. Описание! Ну. Нормально. Так, ну-ка, что у вас по описанию? Бля, я в интуиции чувствую себя дураком каждый раз, потому что я нихуя не понимаю, что ожидать, вообще, что происходит. Так, ладно, пацаны, сейчас мы его вникнем. Нашли, значит, мы этот. Почту свою раздуплите, так сказать. А. Понял. Так. Место находится под длинным холмом в одном из самых богатых районов Сан-Андреас. Рядом с местом, где часто звучит фраза «А ты точно режиссер?» Это подсказка. Предполагаю, что это Вайнвуд. Подождите, блядь, мы на... Ты понимаешь, что на этой какашке мы будем до завтра ехать? Это Вайнвуд. Наверное, да? Все-таки. Бля, пацаны, хотя я еще не уверен. Мне кажется, сейчас какая-нибудь херня... Ебать, он еще и дрифтит. Ебать! Вот это... Пацаны. Ну, я бы так не был уверен... Что в смысле? Насчет скорости. Ебать. Пацаны! По-моему, на эту хуйню можно улететь легко. Блять, ебать, она ебенит. Охуеть, она еще боком. Это ж турбодизель начи. Так, понял. 30D. Нормально. Бля. Ебаный. Нет. Фух. Вот этот сейв века сейчас был. Подожди, турбодизель, ребят, понимаете, да? Вот это я понимаю. Хорошо сказал. Бля. Ну 190 он ебошит. По-любому сейчас какая-нибудь кнопочку, блядь, можно нажать и полететь. Вот я, блядь, помню с этой черной молнией. Бля, охуенная настройка, кстати. Давай пока едем. А, он имел в виду, что не было так... Варианты подарок. Опа, блядь. Ой. Так. Ну, X3 тут нет. Головастика. Головастика тоже. Возможно, номер от головастика на каком-нибудь корче. Вот меня, вот, ну это единственное, что я предположил. Потому что еще про какую машину еще никто не знает. Об этом еще видео, ну, выйдет там в течение недели, скорее всего, двух. Вот, поэтому как бы я бы мог предположить, если бы... Я так и думал, что ты на это подумаешь. Но опять это я не угадал, да? Блять, я даже не могу представить. Посмотрим. Бля, ну как всегда, вот я вот сейчас самое простое и не смогу понять. Но это либо что-то из старенького. Хотя, скажи там, когда фоточку присылать. Ну давай. Ну давай фоточку. Там кто-то писал ку. Кто там? Не понял, блядь. Почему я это вижу? Что за хуйня? Вы видели? Там кто-то писал ку. Я это увидел. Так, подожди. Ладно. Давай, поехали. Нам. Блядь, бать, он наваливает боком. Так, пацаны, сейчас будет фоточка. Я ее, естественно, вставлю. Так, скажи там, когда, а то работенки-то много. Так. Так, пацаны, фоточка пришла. Сейчас прямо вы увидите ее на своем экране. У меня она не грузится, это нормально. Интернет, друзья. Так, то есть вы ее. А, все, вы ее тоже увидели. Ага. Да, блять. Делишки-то. А, ну это изи. Это изи, пацаны. Изи пизи. Ну, по-моему. По-моему, я вдуплил. Подождите. Кажись, вдуплил, пацаны. Я понял. Так, я понял, где это. Подождите, стоп, я нихуя не понял. Так, подожди. Это вот тут? Ну, это не точно. Только почему это не Вайнвуд же? Хорошо, что я на Вайнвуд не поехал. Так, подожди. А-а-а, так это там, где прям что ли это? А-а-а! Так, подожди. Вот это хуетень. Вот перекресток. Это вот тут. Вот тут это. Это тут. Бля, а, вот дальше. Во-во-во-во. Сейчас. Вот она, хуетень это. Опа, нихуя себе. Ё-моё. Ты что?
Что за... Что за... Ребята, я, конечно, ничего не хочу говорить. Забыл сказать. Так, я внимательно слушаю. Что это там такое вообще? Мне сейчас нужно будет протаранить. Это настолько значимые люди. Ай, бля, мне страшно, пиздец, сейчас. Что там будет происходить? Мне реально нужно снести все это? Чтобы пригласили тебя просто, чтобы ты убрал вот тот мусор. Мусорщик, типа, да? Заебись, работенка. Прочистил. Прочистил дырочку. Дымоходы. Я прочищать. С 2002-го люблю. В 2002-м полюбил. Так, задуплил дымоход. Ну, ты понял. Так. Ну шо, я хуярю? Или чё? Так, блядь, мне страшно. Ух! Пацаны, такой хуй... Бля, вот это обломчик. Нормально. Че, мне удостоверение никто не хочет выдать? Администрация. На паузу? Ну ладненько, пацаны, сейчас разрулим этот вопрос. У меня такой фейл просто. Пацаны, серия набирает просто невероятный оборот. Дело в том, что нельзя выдавать никак админам, я так понимаю. Бля, это ржачно, если честно. Короче, я сейчас еду с админом, который везет меня. Я сам бы доехал, конечно. Короче, нельзя никак выдать права, даже временно. И поэтому я сейчас буду сдавать самостоятельно на спецтехнику. Ну что, друзья, сейчас сдам. После этого продолжим. Бля, я к такому меня жизнь не готовил, если честно. Друзья, все, что я сейчас узнал за последние 2 минуты, это то, что я, оказывается, не получал еще и грузовые. Ну, категорию грузовую. И то, что выдавать права не может даже создатель. Охуеть можно. Я не знаю почему, как бы, и поэтому вот... Блять, это вообще эпично, конечно. Так что пошел я в автошколу, что я могу сказать. Так, пацаны, ну как ни в чем не бывало. Такс, ну что? Я так понимаю, что надо чистить, да? Приснилось. Я вот, блять, хотел, кстати, пошутить по этому поводу, когда на бульдозере там ебучим сдавал на права и забыл. Я поржу, ну потому что реально спешно. Так, ну чё, поехали? Ааа, блядь! Ах ты, блядь, нихуя, нихуя тут запор. Фига себе, блядь, тут заставило. Ну, блядь. Нихуя за... Нихуя запор. Ах ты, блядь, ща. Дымоходик, опа, блядь. Блядь, он носит как говно ещё этот бульдозер. Он, ну чё, блядь, настройки на какой-то ещё? Давай, блядь. Блядь, Hellcat вообще хер протаранить. Давай, блядь. Ща. Как по утрам. Ну, по утрам бывает, да-да-да. Ща, пацаны. А, блядь! Блядь, вообще не таранится, смотрите-ка, а? Чё за херня, не понял. Давай, блядь! Ты шо вообще? Блядь, какие-то блатные еще номера там на них висят. Ща, ребят, ща прочистим, ща нормально все будет. Давай. Бля, не в кучу! Так, понял, что-то исчезло. Так, пацаны, ща. Отъезжаем, ща. Давай, блядь. Говно, блядь. Давай. Давай. Бля, одну. Бля, нихуя себе я ее переехал. Так, сейчас тоже туда же, какашечку туда же. Давай, блядь. Чисти, вилка, чисти. Так, еще чуть-чуть осталось, пацаны. Сейчас вытолкнем. Протолкнем все. Нихуя себе полетело. Так, сейчас. Они там слиплись, как какашечки. Так, давай. А, говняшки, давайте, выталкивайтесь. Давай, ну чё ты как этот-то самый? Ну давай. Ну, Берс, блядь, ну что ты мешаешь что-нибудь? Давай нормально. Блядь. Фух, так, ладно, с меня хватит. Все, серьезный подход. Я не помню, бля, каменный, что ли? Мерседес, блядь. Давай. Что за херня? Исчез, правильно. Приснилось, пацаны, что это было. Так, нормально. Давай, опа, еще немножко. Бля, вообще конкретный запор там, прям вообще нормально. Так. Блядь. Давай. Yes! Давай! О, блядь, все расчистил. О, бля. Ох. Так. Пробил дырочку. Ну прям вот. Вспомнил молодость. Так. Дальше какое поручение? Фух. Да, ну такое, конечно. Я так понимаю, что тут. Так, ну-ка, может, тут что-то среди этого есть, что-то интересное такое. Не? Так. Слушаю внимательно. Прыгай в любую. Я хочу вот это, секс.
Вот это вот прям вообще секс реальный. F11 такая стильненькая, еще с такими номерами. Вообще топчик. Так. Так. И что, куда едем? Ух ты, как оно еще. Так, так же. Опять подсказка? Описание сначала. Да-да-да, описание. Рост футов 6. Так, слушаем. Итак, друзья, описание. Оно, я так понимаю, придет мне сюда. Так, длинная, мокрая, бетонная расщелина, в которую сваливают весь мусор, и где должна быть вода, но она там отсутствует. Что, блядь? У меня есть предположение. Это вот эта ебучая шахта, которая, по-моему, там, помните, такое говно? И там как бы... Я хз, как объяснить. Вот реально хз, как объяснить. Где шахта ебучая это. Ну не шахта. Ну вот это вот. Ну вот это вот. Ну вот это, ну как ее? Ну блять, ну вот это. Ну короче, сейчас доедем. Сейчас, я надеюсь, я... О, какая настройка ебливая. Охренеть. Ща, пацаны, сейчас доедем, я сейчас... Нихуя себе она... Охренеть. Ебать. Вот это прям топчик, ребят. Реально секс. Реально секс. Прям такой нормальный. Так, подождите, как... Хотя давай фото. Подождите, ребят, надо дожаться. Машина из финки, кстати. Финки, да, универсал, нормально. Так, ну чё? Фотография? 9:12. Так, я жду фотографию, друзья. Опа! Так, ребят, прямо сейчас на ваших экранах фотография. А я пока вспомню, где это место, куда я хотел поехать. Подождите, как оно, блядь... Подождите, сейчас. Это получается... Прикиньте, забыл, не могу описать. Ой, Санёк. Так. Вот это залупка получается. Так, подождите, стоп. Блядь. Может, это вообще не там? Это вот тут? А, вот оно где. Я имел в виду вот это, около Челяда, который вот завод. Это не он, да? Это не он. Понятно. Так, ладно, хорошо. Сложно. Блядь, я просто думаю. Так, это вода получается у нас, что ли? Что за херотень, блядь? Так, то сложнее было. Сложнее? Ну, не знаю, там вообще изи было. Так, стоп, вода. Это вода нарисована. Бетонная хуйня. Как там было сказано-то? Так, стоп. Ручеёк. Бля, вообще сложно, если честно. Бля, прям сложно. Не зря помечена другая дорога. Я вообще подумал, что это вода. Если честно. Это, оказывается, дорога. Понял? Так, тогда подождите. Тогда все становится интереснее. Ну, есть у меня, конечно, предположение одно. Но это не оно. Не оно. Блять. Же говно, блять. Не могу понять. Но есть вторая, если... Да. Блять, вообще не пойму. Вообще не пойму. Пацаны, я, наверное, глупенький, да? Бля, где это? Какая дорога, блядь, какая-то что-нибудь, вообще, чего, блядь? Где это? Может, сразу вторую фотографию? Так, ребят, вторую фотографию ждем. Все, я прям в предвкушении. Ну, где же она? Давай. Давай. Блядь, надеюсь, она что-то порешает. Потому что вообще первая, если честно, прям... Я, наверное, что-то вообще запутался за счет этого. Подсказок этих. Ребят, вторая фотография. Так. Так. Развязка. Что это, блядь, такое вообще? Я не могу реально понять, какое бетонное ущелье. Мне это в голове теперь держится, и не могу. Серым дорога какая-то. Блядь, ебать, я туплю. Это где-то здесь, мне кажется, почему-то. Я не знаю, может, я зря, конечно, смотрю. Прям что-то я туплю. Серым помечено, где нет воды. Что? Так, подождите, подсказка еще раз. Длинная, мокрая, бетонная расщелина, которую сваливают мусор, где должна быть вода, но там она отсутствует. Нет воды, но... Это в ЛВ где-то. А где у нас в ЛВ такая херотень? Стопы. Пацаны, я прям думаю... Да. Сейчас все будет. Должна быть вода. Там есть в ЛВ какое-то место, где должна быть вода, но ее нет. Я помню это прекрасно. Это где-то в районе дамбы, что ли, но это не похоже на... Нет. Это не он.
Так, еще хуже, блядь. А! А! Подожди! Чего, серьезно? Стоп. Это канал? Имелся в виду водосточная. Это. Серьезно? Так, подождите, стоп, а какое это место тогда? Так, ребят, сейчас. Сейчас. Приснилось, сейчас. Так, дорога уходит тут. Понял. Все, понял. Я уже без того, что... Да, я уже понял, что в комментариях, наверное, ребят, вы догадались давным-давно. Я что-то... Ну, в смысле, я не думал, что это настолько просто, надо подумать, что это, типа, канал Лос-Сантос. Я вообще на него не думал. Я вам отвечаю, думал, это какое-то такое, ну, более сложное место. Это, оказывается, просто этот центральный водоканал, ну, который не водоканал... Ну, как он называется? Водоканал называется. Бля, вот это я сейчас тупанул. Реально, я не знаю, почему-то мне казалось с Вайнвудом намного легче. Бля, охуенная настройка, блядь. Поставили тут заборы. Не прорубить теперь ничего. Так, ладно, сейчас, ребят, все будет. Это вообще изи. Так, подождите, получается у нас местечко, где... Где полицейский участок, да? Прям туда, в канал. Бля, сложно сегодня. Прям сегодня сложно. Так. Ребят, наконец-таки. Ух ты, блядь, ни хрена себе. Ебать. Приземлился. Так, что за хрена? Тихо, молодой. Куда собрался, полевой чер? Так, ладно, выходим. Окей, допустим. Мне, блядь, страшно. Что такое? Что это? ООО 001-63? ООО 001-63? Что, блядь? Почему у них одинаковые? Есть не Васик, значит. Угу. Вижу. Так. Дальше. Все спалил, уже ясно. Я в него сажусь, значит. Блядь, что сейчас будет? Я что должен делать? Бля, вообще без предположений, если честно. Ты меня должен протащить до конца туннеля, где тебя кое-что ждет. Протащить? Что? А! В смысле, толкать его, что ли? Стоп. Тут. Ебать! А как они это сделали? Я сначала не понял, думал, у меня что-то забагалось. Что за хуйня? Ебать, это что за танцы со звездами, блядь? Это что такое? Пацаны, как они это сделали? Я что-то в ахуе, если честно. Вот это каток здесь. А как здесь тачка-то управляется? Или это типа именно... Блять, как это сделано? Пиздец. Мой мир никогда не станет прежним. Я не знаю, может быть у них масса как-то уменьшена? Давай, блядь, двигай свои суперкары отсюда, блядь. Я югенота везу. На Невасике. Ну-ка, блядь, ГТР, не мешайся, нахуй. Полетел куда-то молодой. Давай. Так, хорошо. Пошли по стеночке. Там что-то реально в конце меня ждет. Урусы, хуюрусы. Так, бля, это пиздец смешно на самом деле. Бля, минус багажник, заебись. Давай. Хорошо. Я сначала думал, реально тачка что-то забагалась, типа, думаю, чё? А я реально не спалил всю малину. Да, блядь, каток. Бля, турбес, ну спизду они отсюда. Реально на всех тачках еще одинаковые номера. О, пошла жара, пошла. Ребят, замеряем квотер. Представьте новый автовлог просто так. Это что, блядь, Сейчас серьезно, да? По-моему, зря я протаранил. Я летать не умею. Блять. Пацаны, вы понимаете, да, то, что мы играем как бы сейчас на CCD Planet? И тут как бы гидра стоит. Знаешь, что это такое? Навич перед тем, как так. Какой камхак? Я не хочу камхак. Представляю. Гидра. Аж гидра называется? Ну да. Имею представление, так сказать. Так, и что теперь, блядь, с ней делать? Фу, блядь. Вот есть только небольшая проблема. Мы отсюда не взлетим? Что происходит постоянно, а? Что происходит в интуиции, а? Бля... Какая проблема-то? Тебе сейчас стоит отправиться в АРСФ? Ой, бля... На ней, да? Или он будет за мной
Или я поеду на чем-то, а он будет херачить по мне. Только не надо говорить, что вот так вот, ладно? Вот серьезно. Это охрен... Проверь, что вы были правы. Я проверим. Это, кстати, хороший вопрос. Ага, все, отлично. Всё, супер. Так, хоть какой-то плюс сегодня. Так, ну... Значит, нет, все-таки я на ней полечу. А было бы прикольно, если бы по мне херачили. С воздуха. Преследую гонщика. Я тебя жду на драг-площадке. Так, понял. Надо кое-что обсудить там. Принял. Че, я лечу, да? Все? Ехать? Лететь? Смотри аккуратно. Аккуратнее меня летает только брянский пилот Алексей Стеклов. Что-то надо было придумать. Все, поехали. Ай, блядь. Я полетел, пацаны. Блядь, пиздец, я на гидре. На CCD Planet. Так, вспомнить бы, как ей управлять. Шасси складываю. Блядь. Так, что-то не работает, блядь. Нам 2, нам 8. Это я понял. Так я хотел шасси сложить. Это я помню, что нам 2, нам 8. Диспетчер, иду... Чего, блядь? В смысле, какое преследование цели? Какое преследование цели, я не понял. Блядь! За мной хвост! Какая сбить цель? Вы чё там, попутали? Бля, нихуя себе! Бля, пацаны, это все, конечно, замечательно, но... Я не могу сложить свое шасси, потому что, ну, 2, это у меня забиндено как... Бля, пиздец. Я очень медленный. А где он? Бля, нихуя! Еба! Что творит? Ребят, это что происходит-то вообще, а? Где он? Бля, он сейчас меня собьет реально. Бля... Я так долго буду лететь. Шасси не сложить. У меня забиндено заводить двигатель на это. Где он? Я сам его сейчас собью, понятненько. Опа, бля. У меня тоже есть ракеты. Бля, вон он сзади. Нет? Где он? Бля, будет угарно, если я его собью реально сам. Так, пацаны, ладно, я вроде долетел. Че он там? Ничего, смотрите, куда-то пропал. Бля, ну так, кстати, безопасно зато. Безопасненько, да? Пиздец. Фух, так, ладно, все. Так. Приземляемся. Аккуратно. Фу, бля, вот это пиздец. На враговую трассу, пацаны, аккуратненько. Все, сажаем. Сажаем. А где он? О, стоит. Что? На полицейской М5? Так, ладно. Я приземлился. Чтоб не мешать. Аккуратно. Фух. Безопасно. Не успели. Там... Тут один козел пострелять решил. Там один козел пострелять решил. Бля, жестко. Облава, чё? Бля, что происходит-то? Так, я думал, полицейская вообще-то. Да я так уже и понял. Облава. Опять. Как обычно. Соревнование завершено по дрифту. Так, сейчас все расскажу. Что происходит? Блядь. Только тихо. Так, я молчу все. Молчу. Так, учитывая, что мы начали нарезать здесь круги. Что за херати... Что опять здесь стоит? Что это такое? Блядь. Понял. Хам 34... Так. 440-447. АМР 301-777. МЕ 800-190. В чем сама соль? Мы должны были грабануть ангар. Заниженный гелик, конечно, смотрится топчик, только мне кажется, он не должен быть заниженный. О, вот я поправил дело. Я же сказал, что он не должен быть занижен. Ха, защита. Так, ну там, сука, облава защиты. Только не надо говорить, что я сейчас должен сесть какую-то... Выбирай любую тачку. Там ган лежит. Бери его. Блять, что, серьезно, что ли? Блять, да ну нахуй! Как в 95-м? С ангарами, такая же херня в аэропорту и тоже с пистолетами. Пацаны,
По-моему, это первый случай, когда на CCD Planet будет стрельба. Там внутри. Бля, там, судя по всему, моя награда. Очень ценная сама. Если там нет твоего подарка, берем его. Ты за руль. Заебись. Понял. Вопросов не имею. Ребят, это пиздец. Если честно. Ага. Блять. Блять, это хуйня, стрелять вообще будет? Блять! Ну давай уже, давай! Блять, патроны! Патроны, блять! Блять, мочи его! Мочи его! Патроны, блять! Патроны, блять! Мочи его! Их шо? Блять! Мочи, мочи, давай, давай! Югенот, мы в тебя верим, давай, блять! Давай, пизди, пизди! Пизди его! Блять! Где? Патрон? Брат! У него, похоже, сердечный приступ. Он откинулся. В натуре. Так, дал насрал. Понял. Брабус гелик новый. Ага, без номеров, ясненько. Бля, ебать самолет-то, а. И 34-й. Ну, бывает, свои годы-то. 70. Так, понял, хорошо. Все, я понял, понял, понял. Тут нет, нет, ясно. Херачу. Блять, вот этот самолетик. Ловушка. Пацаны, я не подстрекатель, конечно. Куда летим-то? По-моему, надо взлетать. Похуй. Ебать, он нормально взлетает, кстати. Пришло сообщение. Кому? Мне? Прибыла поставка твоя. Опа. Опачки. Так, куда летим-то? В аэропорт ЛВ заброшенный. Ха! Я успел сказать! Я успел... Ребят. Тайминг, тайминг, тайминг. Принял. Держу курс на АРЛВ заброшенный. Бля, это вот не знаю каким образом, но это было, по-моему, и так. Да, да, да. Бля, что за подарок? Давайте думать, что за подарок? Блин, видимо, понял, с какими пацанами связались. Бля, опасная хуйня, конечно. Пацаны, ну вы понимаете, да, я как это, заванговал прям. Так. Ну что, финалочка сейчас, финалочка. Что за подарок-то, блядь? Я реально вообще не знаю. Забыли, видимо, что было 90... Потом... Там не Томск был. А кто... Тверь была. А не Томск. Вообще-то. Если что. Ай, блядь, сейчас бы Томск с Тверью путать. Ну, как бы, разные стороны все-таки. Да, Ярик, бывает, бывают все такие, конечно, я помню. Ну, как бы осколочное тоже далось, я знать. Понятненько все. Так, ребят, мы почти прилетели. Я, блядь, не представляю. А что еще может быть? Вот реально, какой может быть еще подарок? Ну, только реально с головастиком что-то связанное. Ну, либо с X3. Ну, X3-го тут нет. Типа белый X5. Как вариант. Но номера-то у меня, ОМР. На тех номерах. Ты хоть раз... Блин. Без проблем. Изи, изи. Пацаны, смотри. Ох, ебать, там что стоит? Что это? Шкода Октавер С? Бля, то есть когда я о ней думал? Изи. Просто изи. Так, глушим. Опа! Реально, да? А, да ну нахуй! Ха-ха! Ебать! Ха-ха! Я об этом... На штампах на черных! Да ну нахуй! Ну, конечно, не РСК и не рестайлинг у меня был. Охуеть! Пиздец! Бля, я что-то вообще позабыл. Ребят, ну тут как бы вообще пиздец. Ебать. Моя малышка. Моя солнышко. Моя красавица. Ты штамповый. О, какая, а? О, какая, бля. Бля, пацаны, ну это просто топ, реально. Ярику спасибо большое. Я прям даже не подумал, реально, добавили же Шкоду. В чем проблема сделать было вообще ее? Охренеть можно. Ребят, ну это топчик. Просто ностальгия реально. Это было, получается, 5 лет назад. Даже 5,5 лет назад это было.
Охуеть. Номерочки мои. Исполнишь... О, это было дело. Ух! Ха-ха, бля, этот видос, наверное, мало кто помнит. Да, друзья. Ну, это прям... Ну, это прям ностальжа, конечно. Чисто 5 лет уже прошло. Бля, пацаны. Что я могу сказать? По-моему, это было охуенно. Как и всегда, Ярику просто реально, вот давайте не пожалеем лайка, просто респект за его старания, то, что он такое организовывает, это реально круто. Огромное спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк, друзья, если вам нравится шоу «Интуиция». Подписывайтесь на канал, если тут впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч. Всем удачи и всем пока-пока, друзья.